Всем здорово, ребятки! Это турнир Глеба. И что-то СОП не ищется нихера. Все, СОП нашелся, пацаны. Блять, а что у меня за расстановка? А что у него за расстановка? Подождите, я же не посмотрел. Все, все, ребят, поехали. 1-0. Это иранский парень, с которым я сыграю в плей-офф. Турнир Глеба. И смотрим, что как получится. Бля, пока что нихуя не забиваю я. Напомню, до 9 голов играется этот матч, но все поставили на победу иранца. Посмотрим, что же будет. А будет 1-1, ребятки. Будет 1-1. Бля, вот это че опасно, такой он может сейчас закатить, блядь. Сука. Нет, не закатывает. Пожалуйста, не забей, чел. Хорош. Так, здесь вот так ударим. Пау. Нормально. Здесь хорошо. Пока что без подстав, пацаны. 1-1 пока с иранцем. Это, по-моему, 1/8. Да, 1/8. Блядь, такой, пацан, нужно закатывать, ебать. Такое нужно, блядь, закатывать нахуй. Да, 2-1, блядь. Как же я хочу его выиграть, блядь. Пожалуйста, вкатись, пожалуйста, родной. Сука, обидно. Ебать. Это было жестко, на самом деле. Пока что хорошо складывается, подстав не делаю, ведем 2-1. Это плей-офф уже, пацаны. И здесь все будет очень-очень опасно. Первую катку выигрываем со счетом 3-1 иранца, блядь, же иранец. Едем дальше. Бля, пацаны, я так хочу, блядь, пройти дальше в этом турнире, блядь. Все на иранца поставили, просто все, блядь. В меня никто не верит, нахуй, просто никто. Блядь, обидненько, обидненько. Такой он может забить, наверное. Будет сложно. Нет, не забивает. А вот это просто 4, сука, 1. Иди сюда, нахуй. Это дядя Рома. Ха-ха, вы не думаете, что я ебаное дно, блядь. Блядь, как не попал, сука, но это гол. Это 4-2, блядь. Блядь, как я не попал, сука. 4-2, 4-2, пацаны, такой иранец-то точно забьет.
Блядь, близко, близко, близко. Ну, борьба уже есть, это уже охуенно. Блядь, такой хуй знает, забьет он, не забьет. Забьет, да? Да, 4-3, пацаны, блядь, ну пизда, начинается, блядь, сейчас самое интересное и самое, блядь, жесткое, нахуй. 4-4, пацаны. Это 4-4. Сука, блядь, обидненько. Пока боремся. 4-4, пацаны, это 1/8, по-моему, турнира Глеба. Я против иранского чела. 2CM, я в душе не буду, как его звать. Но пока 4-4. Здесь я вторую катку слил, блядь. Почти в сухую. Погнали дальше, пацаны. Интересно. 4-4. Блядь, пожалуйста, господи, дай мне, сука, шар. 20М у него ник. Посмотрим, что будет дальше. Бля, пацаны, такой обязаны забивать. Просто обязаны забивать такой. Нихуя, сука, не везет. Блядь, сука. Ебать, обидно. Такой точно должны забивать, пацаны. Нет? Ебать, блядь, ну это гол. 5-4, я въебаю, да? Нет, бля, пацаны, ну бля, это, блядь, сегодня моё лукошко. И оно влетает, 5-4, иди сюда, нахуй. Пять пять. Пять пять здесь я ничего не смогу уже поделать. Блядь, ну на равничке так идем. 5-5. Это интересно. Ромашка против Ирана. Заебись. Верхний уголок не сможем здесь закатить или сможем? Верхний уголочек. Нет, не сможем, сука. Это, наверное, гол. 6-5. Да. 6-5 проигрываем, пацаны. Ну что ж, такое тоже бывает. Вели, блядь, прям охуенно. Но здесь уже я в роли отыгрывающего. 6-5, ценящий счет. Иран пока впереди. Давайте посмотрим его стату. Процент побед. 9 вентилеонов. Но это Иран, пацаны. Это Иран. И это 6-6, пацаны. Это 6-6, блядь. Блядь, ну если в нижний закатит, то это банка. Это обидная банка будет, блядь. Охуенный гол. 7-6, Иран выходит вперед. Бля, ну пизда, он просто каждый, сука, момент свой чувствует. 7-6 я проигрываю, пацаны. Но, сука, битва еще не закончена, блядь. 7, сука, 6, ебать. Бля, вот это опасно. Пожалуйста, господи, блядь. Не дай ему позабивать такую шляпу, блядь. От угла будут бить. 7-6 я пока проигрываю. Ой-ой-ой, ну это просто нереальный гол.
Пацаны 8-6, ему остается забить просто одну баночку для победы. Чтобы я проиграл. Ну, блядь, вот это у него охуенное залетело. 8-6. Ну и все. 9-6, пацаны, я проигрываю иранцу. Ну, блядь, пацаны, я бился, старался. Что еще могу сказать? Иранцы победой, пацаны, я проебал. Что могу здесь сказать? 9-6, пацаны, я джобываю. Здесь уже ничего не влияет. 9-6, пацаны, я проигрываю, вылетаю с турнира Глеба. Ну чё, блядь, ну не фартануло где-то. Всем удачи, всем пока, с вами Ромэн. 9-6, спасибо за игру.